Вода была очень холодная и темная. Местами трудно было и дышать, и плыть, неся на себе такого тяжелого человека. Мальчик тянул ко дну. Женщина была без сознания. Плыть, упорно плыть, тянуть, тащить на себе за собой человека. Спасти человека. Жить. Скоро берег. Спасительный берег. Так думала Ангелина, когда спасала людей из холодной Ленской воды. Подвиг – это героический поступок, совершая который человек проявляет свои лучшие качества – героизм, отвагу, способность к самопожертвованию. Каждый ли человек способен на подвиг? Я думаю, что нет. Сегодня речь пойдет не о молодом человеке, а о совсем юной девушке, почти девочке, которая спасла жизни трех человек. Летом 2021 года, работая волонтером на пляже 202 микрорайона города Якутска, Ангелина Трифонова спасла несколько человеческих жизней. Сначала мальчика 3 лет, тонущего в воде, затем подростка, а также женщину, которая заплыла очень далеко и была в беспомощном состоянии. Она просто по зову души и сердца ринулась на помощь к людям. Ангелина, скажите, пожалуйста, как вы спасали тонущих людей? Меня сразу поставили на вышку из-за моей внимательности, из-за моего хорошего зрения. Я обратила на одного ребенка внимание, он был маленький, он умел плавать, но постоянно уходил головой под воду. Его голова наверху, потом внизу, потом опять наверху, потом внизу, и так эти, получается, настораживало. Я уже, когда увидела, что он в течение нескольких секунд уже под водой, ринулась за ним. Предупредила тогда спасателя, и, получается, дальше они побежали тоже, но я оказалась на несколько шагов быстрее. Я хватанула ребенка, пыталась прощупать, но его нету. Ну, тогда до меня это голова пустая, но знания есть, обучение недавно прошло, считай, несколько дней назад. Вот на этих знаниях быстро среагировала, быстро вытащила, до берега доплыла. Смотрю на ребенка, совсем маленький, я думала, постарше будет. Он захлебнулся водой, я его быстро откачала, оказала медицинскую помощь. Слава богу, там многого делать и не надо было. Но когда я его вытащила, у меня ноги задрожали. Вот то чувство, когда вот вытащил весь такой на адреналине, а потом чувствуешь облегчение, а понимаешь, вся земля кружится, но ребенок жив, здоров. Считаете ли вы себя героем своего времени? На самом деле нет. Потому что знаю, что героев много, но многие остались в тени. Я, конечно, хочу понимать, что я пример для детей, дошкольников. Я очень рада этому, но как героя, которого я вижу в своем сознании, это мало. Поэтому буду стараться больше. Со скольки лет вы работаете волонтером? Волонтером я начала в 10 лет. На такие мероприятия помогать, как мастер-классы для детей. Получается, я была аниматором. Потом я стала волонтером. Получается, медиком иногда прохожу. А вы когда-то спасали животных? Так, первое спасение животных у меня было в 3 года, потом еще и еще и еще. Это в зависимости были почти все кошки. Получается, чаще всего я подбирала раненых животных, были чайки со сломанными костями. Вот тогда я уже, считай, первые уроки медицины, оказание первой помощи. Подвиг – это самоотверженный смелый поступок. И далеко не каждый человек способен его совершить. Людей, способных на такие поступки, по праву можно назвать отважными, храбрыми личностями. Если разобраться, способных на подвиг людей не так уж много. Все они наделены от рождения такими качествами, как смелость и отвага. Человек должен иметь хладнокровие, не бояться физических повреждений и боли. Кроме того, нужно знать, как именно вести себя в той или иной экстренной ситуации. А главное, герой обязан управлять собственным страхом.
Я очень надеюсь, что вы будете показывать свои сильные стороны, потому что от этого и начиналась моя работа. Если вы где-то, получается, в какой-то области, в рисовании, в спорте, достаточно хороши, и вам это дело нравится, я надеюсь, что вы будете развиваться в этой стороне. Ну, я очень люблю рисовать. Я очень люблю придумывать всякие разные такие идеи, и хочется воплотить их в жизнь. Я думаю, все-таки я дизайн 3D, что можно иногда разрабатывать анимации видеоуроков по спасению, и также разные такие, что тоже очень хочется комбинировать. На торжественной линейке Дня знаний первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Дмитрий Садовников наградил благодарственным письмом правительства ученицу школы номер 25 Ангелину Трифонову, которая спасла 3 человек в Якутске. В этой, казалось бы, хрупкой девочке столько мужества и храбрости. Ангелина – волонтер команды «Лига героев», победитель открытого чемпионата по спортивному туризму. Очень гордимся Ангелиной. Спасибо родителям за то, что воспитали такую замечательную дочку, отметил Дмитрий Садовников. Именно поэтому все подвиги, о которых известно человечеству, это проявление мужественного начала, искреннего желания не оставаться в стороне от чужой беды, не быть равнодушным к несчастью окружающих людей. В литературе разных стран описано огромное количество героических поступков, которые стали известны всему миру. А также в нашей жизни есть примеры и таких, о которых известно только нескольким людям в кругу близких и знакомых. Поэтому мы решили рассказать людям о подвиге спасения людей простой якутской школьницы Ангелины Трифоновой. Многие люди, прожив жизнь, так до конца и не узнают, способны ли они на подвиг. Я тоже не знаю, способна ли я на мужественный поступок. Увидев и услышав Ангелину, ставшую для 3 человек ангелом-хранителем, мы поняли, надо жить честно и искренне, любить родину, жизнь и людей, заниматься спортом, стараться улучшать и развивать себя, чтобы быть готовыми в нужную минуту.